Здравствуйте. Вы смотрите «Политека онлайн». Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, внефракционный Борислав Береза. Здравствуйте, Борислав. Добрый день. Вы стали народным депутатом не так давно, в 2014 году. Как вам в статусе нардепа? Ну, знаете как, если бы я знал все то, что знаю сейчас, если бы я понимал, как все устроено, то, скорее всего, сейчас бы я в депутаты не пошел. Как интересно, что же вы знаете? Я увидел, что хорошие идеи умирают на входе в сессионный зал. Я увидел, что система полностью состоит из манипуляций и уловок. Я увидел, что зачастую за словами, которые декларируют те или иные политики, скрывается не что иное, как желание прикрыть свои дела или делишки. Чем вы занимались до того, как стали политиком? Потому бизнес. Что... Чистый бизнес. А у вас не так много информации в интернете? Чистый бизнес. Начинал с книготорговли, книгоиздательства, литературное агентство, торговля, дистанционная торговля, а потом управление финансовыми портфелями. Ну, разные направления. Книжный бизнес. Насколько он прибыльный в Украине? Был очень прибыльный. На сегодняшний день потенциально из-за того, что принят закон, который фактически перекрывает российские книги в Украине, я думаю, что к концу года нас ждет сумасшедший всплеск по наименованиям и тиражам. Я думаю, что то, что произойдет во Львове на форуме выдавцов, будет фурором, потому что люди читают, действительно читают, конечно, меньше, чем раньше, но этому две причины. Во-первых, книги дорогие, российские книги дорогие. Во-вторых, нету возможности получить весь спектр, от чего хотелось бы, опять же, из-за того проблем с таможней. То есть на сегодняшний день появился искусственный дефицит книг. И вот этот дефицит можно заполнить двумя способами. Либо пиратские будут люди скачивать из интернета, либо будут покупать официальную литературу. Вопрос книгоиздателям, смогут или нет. Но также надо понимать, что идеальный вариант сейчас, как для поддержания этого спроса, так и для фактически идеальных условий для украинизации, это поддержка государства национальных программ. Не подачки разным издательствам, близким к тем или иным политическим кругам, а именно национальная программа поддержки чтения и развития. Потому что сейчас все условия для того, чтобы детям предлагать качественную украиноязычную литературу. После распада Советского Союза в 91 году вы на 2 года уехали в Израиль, а потом вновь вернулись в Украину. Почему решили вернуться? Что у вас в Израиле не сложилось? А у меня все сложилось. Я приехал сюда на 2 недели. Я жил год и 8 месяцев, это был летний отпуск, я приехал сюда на 2 недели, но так сложилось, что задержался уже до сегодняшнего дня. Поэтому... Что вас задержало? Это очень странная история. Интересно, правда? Правда, ну, во-первых, задержало меня то, что я познакомился с своей женой будущей. Любовь. Которой... Да, и вот мы вместе уже, получается, 24 года. Вот. А плюс ко всему к этому, определенное стечение обстоятельств, я вдруг почувствовал, что я здесь более востребован, чем там. В Израиле такая есть проблема, насколько я знаю. Нет, это не проблема. Почему? У меня есть очень много друзей, которые остались в Израиле, они очень успешные. Некоторые из них стали политиками, некоторые... В Израиле? В Израиле, да, членами парламента даже. Некоторые из них стали бизнесменами, собственниками радиостанций, учителями вождения, служащими в банках, то есть абсолютно разные. Сложилась история по-разному у каждого, но сказать, что они не самореализовались, нет. Я просто приехал домой, именно домой, потому что Киев — это мой дом. Я приехал домой и уже из дому решил не уезжать. Вы родились именно в Киеве, на Троещине? Там, нет, где... я родился на Троещине, я родился на Сердце. Вернее, тоже очень странная история. У меня папа с Павловской, мама с Круглоуниверситетской, рождался я уже на Сердце. И детство прошло у меня на Сердце. Потом переехали на Дарницу, а уже вторую квартиру я покупал на Троещине, когда рождался мой первый ребенок, для того, чтобы быть поближе к теще, которая могла помогать моей жене. А теща просто поэтому выбор на Троещине, да, потому что да, теща там, да, жила. Теща жила возле нее, да, купили квартиру возле нее. И там же шли на выборы мэра, но мы об этом попозже поговорим. Вот знаете, что интересно? В 2013 году вы занимались формированием частных коллекций для обеспеченных людей. Тоже неправильно. Вот я в интернете нашла. Это легенда? Одна из легенд. Коллекции не было такого. Мы делали библиотеки. Одно из направлений нашей фирмы было это создание частных библиотек. За это время мы сделали несколько тысяч библиотек. Но учитывая, что с книжным бизнесом я попрощался в 2011 году, в 2013 году уже никому ничего не формировал. А кому сформировали эти вот... Ой, очень многим людям, на самом деле. Ну, из известных, кого мы знаем. Ну, смотрите, чаще всего упоминается Святослав Пескун. Ему делал библиотеки. Шинальскому делал библиотеки. Делал библиотеки депутатам. Делал разные. То есть, понимаете, я делал
ну, опять же, нельзя говорить, я делал, делала моя фирма. То есть приходил заказчик, делал заказ, мы реализовывали. Мы делали лучше всех. Это правда, это не хвастовство, наверное, потому что мы в этом разбирались и понимали, чем мы занимаемся. Что, какие книги какого формата это были? Что читают эти известные абсолютно люди? Абсолютно разные. Библиотека может быть 100 книг, 200 книг, а может быть и 30 тысяч книг, в зависимости от того, кто и что заказывал. Так, а что в основном в большинстве читают? Приходит человек и говорит, я хочу, допустим, так, 20% классика, 20% детективы, 10% детские литературы, 10% англоязычные, 10% женские романы и энциклопедии. Суммарно он примерно делал. Затем мы оговаривали с ним какие-то условия, что он хочет, чтобы приобрести. Обладала та или иная тематика, после чего выполнялся заказ. Это примерно то же самое, что комплектование ассортимента для магазина. Только магазин заказывает каждой книге минимум штук по 5, по 10, а человек заказывает по одной. Когда у тебя на складе порядка 15-20 тысяч наименований, выполнить заказ не составляет труда. Ого. В феврале 2014 года вы познакомились с Дмитрием Ярошем, который из Днепродзержинска, кстати, мой земляк. Потом вы стали главой информационного отдела правого сектора. Как вы вообще познакомились с Дмитрием Ярошем, при каких обстоятельствах? Наверное, с этого знакомства началась ваша политическая карьера? Нет, она началась чуть позже. Как вы познакомились? С Ярошем нас просто познакомили, потому что... Это вообще отдельная история. Меня познакомили с Николаем Карпюком. Микола Карпюк, который сейчас находится в застенках в России. Это тот человек, который действительно меня как бы привел в правый сектор. Это тот человек, который, когда я принес ему план, что надо делать, сказал, слушай, все классно, все рассказываешь, только нам некому этого делать. То есть нам это все подходит, давай ты этим займешься. Я говорю, вы не понимаете, у меня там в своих работах... Говорит, слушай, сейчас такое время, что каждый должен принимать участие. Я ему говорю, окей, 2 месяца я буду этим заниматься, а там дальше посмотрим. Начал заниматься. Потом была аннексия Крыма, потом война, потом дальше. Ну, то есть оно просто затянулось достаточно активно. А там же я и познакомился, тогда же и познакомился с Дмитрием Ярошем. Как он как человек? Сейчас общаетесь с ним? Да, слушайте, ну, Дмитро очень классный мужик, действительно. Он очень душевный, он очень положительный. И я хочу сказать, что вот ту картинку, которую из него лепят разные СМИ, особенно российские, наверное, да? И наши тоже, кстати, отличаются умом и сообразительностью. Зачастую отличаются от реальности. Для него главная ценность – это Украина, семья. Это нормальный, хороший мужик. А из него делают какого-то, знаете, такую страшилку. Монстра. Да никакой же он монстр, он нормальный, хороший человек. Особенно российские СМИ, если почитать про Дмитрия Яроша, это самый главный монстр националист. Проблема. У них в России проблема, у них шизофрения косит, притом не только весной и осенью, но даже летом и зимой, хотя вроде не сезон. И это проблема. Это уже не шизофрения, это истерия. Поэтому давайте так, пусть их истерия беспокоит их самих. В конце концов, у них же есть врачи, галоперидол, пусть они им колят, пусть успокаиваются. Вот теперь хочется поговорить с вами про выборы мэра в Киеве. Давайте. Вы заняли второе место вместе с Кличко, прошли на второй тур. И тогда угрожали перейти к акциям прямого действия в случае нереакции властей на фальсификацию выборов. Чем закончилась эта история или никак не закончилась? Вы подавали в суд? Конечно. Более того, мы заставили именно акцию прямого действия, когда мы заблокировали Министерство внутренних дел. Мы заставили возбудить уголовные дела против нескольких людей, один из которых на сегодняшний день депутат Киевсовета. Потом эти дела активно хоронили. Дважды хоронила полиция, дважды прокуратура. И каждый раз мы их реанимировали. И сейчас до сих пор дела еще не закрыты. Но это, для этого требуется масса усилий и внимания, потому что иногда дела хоронились, ну, в прямом смысле. То есть, допустим, дело отправляется в какой-нибудь, не хочу говорить Мухосранск, но очень далеко, который вообще не имеет отношения к Киеву, там оно теряется и так далее. То есть это реально приходится прикладывать массу усилий, потому что когда у нас кто-то хочет похоронить уголовное дело, он для этого делает все возможное. В итоге приходится идти к министру, обращать его внимание на эту ситуацию. Министр находит ответственного. Дальше опять, но потом опять спускается вниз до исполнителя, а исполнитель уже договаривается с подозреваемым. А что вы на меня так удивленно смотрите? Разве это не реалии нашей страны, когда уголовное дело могут закрыть на самом низком уровне только потому, что он либо не соответствует каким-то стандартам, хоть минимальным, или делая специальные ошибки в процессуальных действиях. То есть получается, что решения судов так и нет? До сих пор, оно до суда еще не дошло. Угу. Это дело до суда так и не дошло. Но мы не отпускаем его, мы его как бы контролируем. То есть получается, что на ваш взгляд киевлян обманули и мэр... На мой взгляд, мэр... и киевлян обманули. Киева. Нет, на самом взгляд все гораздо... Подождите, давайте говорить так. По второму туру, да, действительно,
те киевляне, которые не пришли на выборы, те киевляне, которые взяли гречку и отдали голос за действующего мэра, те киевляне, которые, они обменяли, все абсолютно честно. Те киевляне, которые сказали, что а вот мы не верим Березу, ну хотя бы давайте попробуем Кличко, они уже рассчитались. Этой зимой, этими дорогами, уставшим мостом, они рассчитали, они получили уже по-другому. То есть они, думая, что лучше давайте уже что-то известное, чем неизвестное, они пошли по другому пути, они выбрали это. А вот есть пример Днепра, где люди выбрали Филатова. И смотрите, как интересно отличается ситуация там. Дороги делаются, остановки делаются, метро строится, вводится электронный билет, вводится масса инноваций, убираются ларьки и внешняя реклама сокращается очень качественно. То есть люди реально видят, как меняется жизнь. И что происходит с Киевом? Почему мост все-таки устал, спрашивают киевляне? Что происходит с инфраструктурой? Потому что выбрали Кличко и его команду. Все очень просто. Смотрите, каждый раз политическая апатия, политическая лень или недальновидность обходится нам очень дорого. Надо об этом помнить. Но если люди забывают, они идут по тем же граблям. Смотрите, была же уже история с этим самым, с Черновецким. Была? Была. Люди по граблям пробежались два раза, не один, два раза понадобилось. Не пошли на выборы, не пошли. Бабушки тогда проголосовали за гречку, проголосовали. Технологично Черновецкий сделал все правильно. Технологично, еще раз, законно? Нет. Сейчас происходит то же самое. Более того, я хочу сказать, что если не сделать ошибку, работу над ошибками и не сделать правильные выводы, то, скорее всего, Киев, киевлянин так и не возглавит. И более того, изменения в городе так и не произойдут. Вот сейчас у нас должны приниматься ДПТ. Это стандарты, по которым строится город. Так вот, если те ДПТ, которые сейчас лежат на Киевской земельной комиссии, пройдут, то Киев может увеличиться согласно метрам где-то на 2-3 миллиона жителей. Но это увеличится количество квартир. Увеличится ли количество дорог? Нет. Парковок? Нет. Детские садики или школы? Тоже нет. Станет ли больше инфраструктура? Также нет. Интересует сдача метров, квадратных метров. Также стоит вопрос, а куда будем вывозить мусор? Также стоит вопрос... Это вообще острый вопрос по всей Украине. Конечно, но понимаете, этот вопрос очень серьезный. То есть город, который уже задыхается из-за отсутствия инфраструктуры, из-за отсутствия многих самых банальных вещей. У нас ливневка умирает, уже начинается, смотрите, как только дождь, останавливаются все центральные проспекты. У нас проблема с мостами, с путепроводами. У нас серьезные проблемы с заторами. Проблем у нас очень много, но это их правда. Надо решать. Их надо решать. Знаете, какая еще проблема? Вы, как заместитель главы комитета по борьбе с коррупцией, наверное, знаете, что происходит все-таки сейчас с аудиторами НАБУ. То есть Верховная Рада, этот нашумевший скандал, так и Извините, не смогла... а с ними что-то происходит? Мне ну кажется, вот на прошлой сессии, на прошлой пленарном тижне, да, выбирали аудиторов НАБУ. Выбрали? Ни одного. О чем я что говорю? Происходило? Что ничего происходит? Ничего не происходит. В том-то и дело. Смотрите, происходит, когда есть какие-то действия. А сейчас ничего не происходит. Есть четкая видимость о том, что одна сила пыталась протолкнуть своего кандидата, вторая сила пыталась протолкнуть своего кандидата. У одних были одни преимущества конкурентов, у второго, вторые. Но... А почему бы не сделать просто открыто и честно? Открытый конкурс. Прямой открытый конкурс. А почему бы не сделать? Комитет это предлагает? Комитет же предлагал как раз, вот Егор Соболев говорил, что предлагали Сторча, да? Подкивщина и самопомощь его поддерживают. Вот. И это комитет предлагал. Вы на комитете это обсуждали? Да, конечно. Мы проголосовали за Сторчу. Потом нам добавили... Откуда-то взялся Браун. Потом нам добавили трех новых членов комитета. Мы проголосовали за это. И большинство в комитете, которое было раньше, стало меньшинством. Фактически такая акционерная война. Представьте себе, было 21 человек в комитете. Из 21 человека, как бы, грубо говоря, 12 всегда голосовали за более-менее разумные вещи. Ведь ни одного скандала не было раньше на комитете. И вдруг добавляют еще 3. Получается 14 теперь есть на одной стороне и, нас, и 10 на другой, потому что так по понятным причинам. Так вот, к чему это все привело? К очень простой вещи. К тому, что на сегодняшний день большинство есть провластное, абсолютно, вернее, провластное большинство, это действительно факт, и оно может вне зависимости от хотелок, желаний, объяснений и всего остального, всех остальных членов комитета, согласно демократическим стандартам, да, действительно принимать те решения, которые им надо. Поэтому
Они игнорировали решение по Сторчу, они выбрали решение по Брауну. В итоге произошла тупиковая ситуация. И я не удивлюсь, если сейчас президент назначит Сторча. Это будет очень красиво, это получается, что парламент очередной раз макнули в грязь. Но я бы хотел другого. Сторча бы... или Брауна? Президент же Брауна предлагал. Вот теперь красиво назначат Сторча. Я думаю, что это будет очень красивый ход. Очень многие то есть об этом это схема говорят. Такая, я думаю, что да, развели всех. Но я не удивлюсь еще одной вещи. Если очередной раз появится третий кандидат, в любом случае, у нас сейчас есть два кандидата. Нам необходим независимый аудитор. Нам необходимо назначать эту персоналию. И нам нужен конкурс. Но у меня есть вопрос и по Сторчу, и по Брауну. Вопрос, который не задал ни один член даже нашего комитета. Скажите, пожалуйста, на каком языке будет изучать документы независимый аудитор? По-моему, они на английском языке не ведутся. Второй вопрос. Кто же будет ему переводить? Переводчик. Тогда вопрос, что переведет переводчик? И получается, что не так важно, кто будет вести аудитор, а важно, кто будет переводить. Получается, что аудитор становится второй фигурой, а не первой. Следующий вопрос. А так ли хорошо знает Сторч и Браун нашу законодательную базу? Я сомневаюсь. И кто опять ему будет все это переводить? И у нас возникает очень серьезный вопрос. Вопрос в том, целесообразно ли назначать персоналей или все же тогда уже назначать как минимум нескольких человек, которые бы могли контролировать один другого. Потому что то, что у нас могут перевести, может не соответствовать действительности. Сегодня появилась информация о том, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила Ирина Луценко. Очень много изданий в интернете пишет на эту тему, что Валерия Гонтарева сама говорит о том, что она выполнила свою миссию. Какую миссию выполнила Гонтарева, на ваш взгляд, все-таки, на самом деле? Во-первых, она действительно выполнила очень серьезную миссию. Она обвалила гривну, это очень серьезная миссия. Не каждый бы смог справиться с ней. Пока за всю историю Украины несколько человек справлялись с обвалом. То есть дальше гривну. Можно быть спокойным за гривну? Я думаю, что следующий человек тоже может взять на себя такие обязательства, повышенные, обвалить еще дальше. Поэтому тут отдельный разговор. А какие ее заслуги? Наверное, это надо ее спрашивать. Ее надо спрашивать в первую очередь, чтобы она объяснила. Как минимум, она должна произвести отчет перед Верховной Радой. И только потом Верховная Рада может удовлетворить или не удовлетворить ее отставку. Я в ее отставку поверю только тогда, когда будет названа фигура, которая ее заменит. То, что это будет фигура по квоте президента, все понимают. А вот кто, нету такой, кажется, кандидатуры, пока нету. Не кажется ли вам странным совпадение, как только детективы НАБУ зашли в Национальный банк Украины, да, тут сразу же появляется заявление об отставке? Не стоит теорию заговора искать, тут значительно проще. Насколько я слышал не один раз, Гонтаревой обещали дать ей возможность уйти сразу после того, как она... Время, как Украина получит последний транш. Транш официально мы фактически получаем. Соответственно, после получения транша Гонтарева планировала уйти. На самом деле, позиция, на которой она находится, мягко говоря, в постоянном стрессе, не самая лучшая. Поэтому я думаю, что она постарается отойти как можно больше в сторону. И с позиции... В сторону, уже... может быть, она даже покинет Украину. Вполне возможно. Я думаю, что она человек состоятельный. Миссия выполнена. Конечно же. Я думаю, что она сможет. И с этой позиции она будет рассказывать о том, что це попередники це зробили погано. Ну, конечно, как у нас обычно в Украине все считают, так и считается. Чем закончится дело Насирова, на ваш взгляд? Он будет сидеть в тюрьме? Или все-таки он тоже, как и Гонтарева, может просто тут очень интересная покинуть ситуация. С Насировым страну? Очень интересная ситуация. Значит, с точки зрения ЕСПЧ дело проходило с чередой, просто сумасшедшей чередой правонарушений, процессуальных правонарушений, которые фактически уничтожают само дело и вообще какую-либо надежду на его перспективы. Вы, кстати, в суде, по-моему, даже были, да, на заседании? Я приехал, посмотрел, пообщался. Я пообщался со всеми, я пообщался с депутатами, пообщался с журналистами, пообщался с представителями адвокатуры, с набушниками, со всеми. И в итоге я понял, что происходит, то есть я увидел примерные перспективы, просто как член парламентской ассамблеи Совета Европы, я очень много общаюсь с судьями Европейского суда по правам человека. И очень многие вещи воспринимаю именно сквозь призму этого суда. Когда я вижу некоторые нарушения, например, нахождение человека в клетке, когда зачитывание определенных подозр происходит человеку в непритомном стане, притом, кто мешал провести освидетельствование, в притомном он стане или не в притомном, но они это проигнорировали. А почему это так происходило? А самое главное,
Действия были проведены после 22.00. Согласно закону, запрещено с 22.00 до 6.00 вести процессуальные действия. То есть такая череда нарушений, что мы сразу наблюдаем нарушения 3 статьи, 5, 6 и даже, может быть, 15 статьи Конвенции по правам человека. Зависимость 15, кстати, под вопросом. 3, 5, 6 стопроцентно. То есть если судьи СПЧ говорят, что дело стопроцентное, и мы понимаем, что Насыров будет подавать, очень многие ведь как говорят. Да, он подаст, когда выиграет через 1.5-2 года, неважно, нам сейчас нужен результат. Ребята, результат нужен вам сейчас. А о процессуальные действия мы вытираем ноги уже тоже сейчас. И еще, каждый думает, ну это ж с Насыровым, со мной это так не поступит. Ну что, нарушат законный закон? Не, ну я со мной за что? Так вот, мы очень часто аплодируем тогда, когда кто-то поднимается на эшафот. Когда мы стоим на эшафоте, нам абсолютно не смешно. Поэтому давайте либо соблюдаем все процессуальные действия во всех вопросах. Ведь никто не мешал зачитать подозру ему утром, правильно? Ну, конечно, никто не мешал. В понедельник, а не в пятницу вечером. А вот могли еще и в четверг зачитать, дотянули до упора, я не знаю почему. Второе. Никто не мешал провести освидетельствование прямо там, в Феофании. Правильно ведь тоже? И он был бы тогда... То есть зачем его садили в клетку наверх? Шестой этаж или четвертый какой-то, я не помню. Но фишка в том, что вы верите, что он разорвет прутья и выбежит куда-то и прыгнет с четвертого этажа? Это похоже на какой-то сценарий какого-то американского фильма. Нет, я считаю, что здесь как раз непрофессиональная подготовка. Я считаю, что с детективами НАБУ, со всей структурой этой нужно очень серьезно работать, повышая их профессиональный уровень. На них реально большая надежда. Если не они, то кто? То есть если они не справятся, тогда разочарование может быть столь сильным, что это крах надежд на улучшение. Поэтому на НАБУ надежда есть. Но их надо лучше готовить, их надо подготавливать, их надо обучать. И тут задача стоит уже профессионалов, которые могут этим заниматься. Какие-то коучи, не знаю, европейские будем или надеяться, будем надеяться, конечно, что они будут действительно повышать свою квалификацию и на ЗК, и на БУ, и все остальные структуры. Я, знаете, хотела о чем с вами еще поговорить. Вы боролись с игорным бизнесом на Троещине у себя на округе, да? Как вообще закончилась ваша борьба и продолжаете ли вы сейчас бороться с игорным бизнесом? О, это очень интересный вопрос. Дело в том, что побороть полностью игорный бизнес не удалось. Мы боролись с ним до того момента, пока его окончательно не возглавили правоохранительные органы. То есть, правоохранительные органы крышуют игорный бизнес в Украине? Откровенно можно это говорить. Правоохранительные органы крышуют игорный бизнес. Когда мы закрываем игорное заведение, а его опечатывают, проводят протоколирование действий, его вывозят, а через 3 часа завозят все обратно, конечно, можно подумать, что это стечение обстоятельств. Но когда это регулярно происходит, это, конечно, вопрос. Единственное достижение, которое у нас есть, это потому что мы сократили до предела количество игорных заведений на Троещине. У нас есть заведение, которое мы закрывали 17 раз. 17 раз мы закрывали точку. 17, еще раз говорю. А сейчас оно работает до сих пор? То есть 18 раз нужно его закрывать? Смотрите, сейчас будет рейд, мы опять проверяем. Мы же не можем все время с утра до вечера. Это не наша работа, это работа правоохранительных органов. Мы привлекали к этому внимание. Но сейчас, если раньше нам удавалось закрывать 5-6 заведений в сутки, то сейчас, когда мы закрываем одно, это радость. Потому что нам жалуются, у нас нет людей. А что вы делаете для того, чтобы закрыть эти салоны? Все очень просто. У нас нет ни одного разгромленного салона за все эти годы. Мы вызываем полицию. Или едем их, садим в машину, и они едут с нами. Или мы сопровождаем их. Мы принуждаем их выполнять свои обязанности. То есть они должны зафиксировать акт нарушения. Но, смотрите, у нас есть интересный закон. Согласно закону Украины, за незаконную такой вид деятельности есть штраф 5 миллионов гривен. Вы хоть раз слышали, чтобы был такой штраф заплачен? Нет. А вот решение суда, которое признавали эти действия преступными, есть. Но следующее после этого сразу же происходили всегда обжалования, и их отменяли это решение. Но что я хочу сказать, что либо какой угодно суд. Дальше происходит еще интересная вещь. Против тех представителей правоохранительных органов, которые закрывали, возбуждают уголовные дела. Это массовое событие. То есть у нас есть статистика, против кого из полицейских, которые закрывали, возбуждают уголовные дела. Против активистов возбуждают уголовные дела. То есть что значит вот правоохранительные органы стоят, они крышуют игорный бизнес? Правоохранительные органы, видите, вы говорите сами, то есть кто? Министр Аваков стоит? Я думаю, что министр... Кто-то же крышует, это точно какая-то конкретная фигура заинтересована. Нет, вы знаете, это локально. Это вот локально начальники районов, начальники каких-то отделений, какие-то определенные... То есть, притом есть же разные органы, вы же не забывайте. У нас есть одни организации, правоохранительные органы, другие. За руку мы никого поймать не можем. Но один из самых знаменитых моментов, когда на бассейной
мы закрыли заведение на бассейне в центре города. Когда мы туда зашли, через 4 минуты появились представители прокуратуры. Угу. Я же говорю, не только милиция, там, не только полиция, вернее, в случае. Все кто угодно приезжают. Появились сотрудники прокуратуры. У нас есть видео с этим. Как вы сюда попали? Нас вызвали. Кто? Анонимный источник. Происходит событие. И ничего не могли объяснить нам. На сегодняшний день в Деснянском районе у нас на Троещине от 40 до 60 игорных заведений, которые мы закрываем постоянно. Но в соседнем Днепровском районе 240. Вот вам разница, когда ты борешься или не борешься. А сколько вообще по Украине этих игорных? Не знаю, но Киев приносит, оборот Киева по Украине неизвестно, их несколько десятков тысяч. В оборот Киева в месяц составляет 400 миллионов гривен в сером сегменте незаконного игорного бизнеса. И это все нелегальные деньги, да, которые, конечно, идут мимо бюджета. То есть бюджета. Мы говорим о 5 миллиардах гривен, которые крутятся в обороте в течение года в Киеве. Понятно. Спасибо, Борислав, что пришли к нам, нашли время. Всем хочу напомнить, что сегодняшним гостем Политека Онлайн был Борислав Береза, народный депутат Украины, внефракционный. До встречи на Политека Онлайн. Будьте здоровы!